Так, ну что, ребятушки, здорово всем. Всем здравствуйте, кто только что подтягивается. Трансляция вроде бы как в эфире. Twitch запустили, YouTube запустили, оповещалки почти везде отправили. Сейчас только одну оповещалочку отправлю. Ну что, ребят, просили друида. Вот вам друид, вообще вчера поставил голосование, может быть, качать пала. Вы говорите, ну нахрен вашего пала, лучше, конечно же, какого-нибудь ферала. Я тоже задумался, действительно, ферал все-таки будет поинтереснее, мне кажется. Потому что сейчас он начал играть очень сильно, то есть его апнули, был сейчас реворк, и он долгое время еще будет играть. Вот, будем качать с вами ферал друида, посмотрим. Никогда не играл я на фералах, никогда, я играл только на рестер друидах, то есть представление имею, кто такой в целом друид, да, как бы, как на нем играть, какие там способности у него, что у него вообще есть, но конкретно на ферале не играл ни разу. Дальше, берем торговца. Где торговец-то? Где торговец? Вот он, торговец и Сега. Сега ЗБС. Создать. Создание персонажа. Бандит готов. Ну что, ребят, сейчас будем одевать с вами ферала. Вот что у меня тут. Таунтмастер и всякая движуха. Короче, сейчас будет жаришка. Сейчас хватаем квесты сразу же с пула. Так, наследу мои шмотки. У меня же есть какие-то, парни? Подождите-ка, наследство. Блин. А у меня шмоток-то мало. Может быть, за УД купить стоит, ребят? Сега ЗБС готов, парни. Сейчас будем давать жару. Жаришку будем делать. Сейчас будете рассказывать, как это все делается. Так, наследуемые шмотки. Вот это мы с вами делаем. Делаем вот это. И делаем вот это. Одеваем вот так вот триньку, а эту выкидываем. Удалить. Все, погнали. Все, квестики взял, пошуршали делать. Моя идея заключается, что я на ферале никогда не играл, и я буду изучать его с нуля, понял? Типа, если бы, вот мага можно было бы взять и забейсить какого-нибудь, понял? Какого-нибудь паладина можно было забейсить. А на ферале, то есть я получу сейчас 200-го ферала, и я не пойму, что ему делать, понял? Что с ним вообще делать? А, гляньте, все стоят, понял? И поэтому решил с нуля выкачивать. Да, головеху забрали и побежали. Погнали квестики сдавать. Хочу почувствовать кота, поняли? Мне каждый раз говорят, кот это пианино, прям какое-то лютое. Ну, парни, блин, я в свое время проиграл в доту кучу времени. И поэтому имею представление, что это такое вообще, когда нажимать надо кучу кнопок. Так что будем делать красиво с вами. Думаю, будет не сложнее мага. Ну, надеюсь, как минимум, на это. На это, как минимум, я надеюсь. Что сзади? Что? Квест пропустил? Бляха, муха, квест пропустил. Ой, дурака кусок. Да я засмотрелся, мужчины. Я обратно сейчас возьму. Квестик хватаем и побежали дальше. Игра! Алло! Алло! Это точно, это час опыта, ёпара с UTX-2, хорошо! Еще один квестик, хорошо, только шмотки дали, 10 уровень есть, парни. Уже хорошо, начало положено. Форма мишки я уже могу бегать, облик медведя уже доступен. Будет у меня рык-рык, но это, по-моему, что-то переагр. Вот трёпка, по-моему, нет. Трёпка, по-моему, подождите-ка, это что провоцирует? Ага. О, нифига себе, вот это подгоны, брат. Спасибо за сумочки, огромнейшее, брат. Спасибо тебе. Но мне сейчас 15-й взять надо как-то. Хера Миша наваливает. 2,5 тычки моба нету. What? Короче, в танке, да? Регать как танком. Но проблема в том, что я данжи не знаю. Но я думаю, мы там разберемся, да? Я думаю, это мелочи. А что, мы сейчас пойдем в танки, да? Начаться по талантам. Вы говорите мне выбирать, как и написано, да? Так, тут мы что? Я ж как раз в Варгримаре. Это что это такое? Ваш снижает силу атаки противника. Так, ладно, это изучаем. 15-й левелочек, ребятки, имеется уже. Это что такое? Цапнуть, трёпка. Ага. Все готово. Сейчас будем танчить, бандиты. Готовы? Сейчас будем танчить. Аферюга, из тебя танк, как из мага... Ты обалдел? Ты зачем такое говоришь? Ты хочешь сказать, что я плохим танком буду? Сейчас я рукава закачу. Выбираем случайное подземелье. Найти группу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ручки размять. Идем танчить.
А что делать? Помогите! Ага! А чё агр не забирается? А почему агр не забирается? А почему агр не забирается? Я не понял прикола. Таунтмастер не работает, что ли? Не работает ни хрена. А, работает. Я танчу. Я танчу, парни. Капец, я мощный. Капец, я мощный. Ошалеть. Куда подошел? Сюда иди. Помогите. Т. Е. Ф1. Два. Сука. Сколько ты мне дал вообще, дружище? Не, это парни. Это фиаско. Это фиаско. Это нормально, что он мне просто он мне снес 80% хп. Он мне снес 80... Да я не буду. Не-не-не, я ливаю. Ну его нахер. Я, короче, буду в хиле одеваться дальше. Гляньте. Мне даже не нужно быть мишкой. Поняли? Гляньте урона сколько вообще. Я в форме оленя наваливаю. Просто левел 20. Сюда. Сюда, левелочек. Иди сюда, дружище. Так, что, у меня теперь кошка открылась, да? А чё я тут жать могу? Окошко много бьет, нет? Но у кошки и скорость атаки бешеная. А ну-ка, как кошечка наваливает. Но она автоатака бьет по 30. Ёпарасоты, не, это прикольно. Дега пир желаешь? Брат, с кайфом, если честно. Блин, вот этих надо обходить, эти больно бьют. Вообще с кайфом, если можно. О, ляньте, братишка решил подогнать мне рыбный пир. Смотрите, ты мой золотой, брат. Ты мой золотой. Как тут сделать поклон? Слэш поклон. Спасибо. Просто смотрите, ребятки, на хпшки. Смотрите, я сейчас... У меня 1228 хп. Небольшой такой абузик. Человек ставит сейчас рыбный пир. Смотрим, 1228 хп. Смотрите. Херакс 1800. Красиво? Красиво. Спасибо, брат, огромнейшее. Красота. Разма. Оба-на, левелочек. 30-й. Вот сюда. Хорошо. Спокойствие появилось. Что еще? Все, больше ничего не появилось у меня, что ли? Больше нету ничего? Серьезно? Так, ну как я понял, у меня трепка и размах стал лучше, да? Лапу я... Иди в пень. Спустил тебе лапу даст. ДПС реально как будто больше стало. Ух, нихера, я уже мыхнул с руки по 4... По 200. Что? Чё? А чё так урона много? Мы до лоста дошли. Ура! Ура! Мы до лоста дошли! Пух, блин. Давай, ударь меня. На тебе ракеткой в лицо. А ты там будешь стоять? Обиделся? Ну и ладно, хер с тобой. Тут и мана не нужна у хила. Накастовался, говнюк? Ага, удачи. Не. 330 урона просто. Это жесть. Это жесть. Только я сейчас отъеду. Маны нету. Классно. Да пейте, вало. Хоть что-нибудь сделайте. Дайте я пока всем эти штучки раскидаю. Куда ты побежал стоять? Ты видишь то, что у хила маны нету? Куда ты газуешь? Вот я не пойму вот этих разбийников. Они вечно бегут вперед. Куда ты торопишься? Ну потерпи ты чуть-чуть. Если он сейчас загрит, он сам будет танчить. А давайте-ка, знаете, что я сделаю? Чтобы не напрягать особо хила, я куплю себе сейчас в расходуемых вот эту штучечку. Это та, что восстанавливает хп. Типа, я ж могу много агрить, правильно? Я буду хилиться, как сумасшедший, чат. Ну, давайте одну попробуем, давайте. Одну купим. Одну. Я то купил хотя бы? Да. Поехали. Да я хилюсь нихера себе. Да я, ляньте, как хилюсь аж. Да я сейчас такие пачки буду брать. А куда бежать-то? Я сейчас такие пачки буду брать. Ух. Шо, вы бейте меня. Давайте, шо такое? Я переборщил. Помогите. Блять, там еще на... Help, help me, please. Так нельзя делать, не делайте как я. Тут я качну немножечко друида. Мне стримчика, я докачал его до 46-го. Потихонечку качаемся, потихонечку одеваемся. Не, ну ты, конечно, умничка, дружище. Взял вот это вот лишнего, наагрил. Вот это ты молодец, дорогой, а? На кого ты кидаешься? Иди сюда, друг. Пошуршали аккуратненько. Я не Ромчик, а Романыч, ёпарасоте, понял. Ай, Марадон! Как я ненавижу этот данж, парни.
как я его ненавижу, вы себе представить не можете. Смотрите, что Друля сейчас делает. Просто жму одну кнопку, смотрите. Жму одну кнопочку. Вешаешь дебаф на них, устрашающий рев, и жмешь одну кнопку. Красота. Так, вот это сейчас всех загрем. Разворачиваемся. Смотрите, что Друля просто вытворяет. Одну кнопку жмешь, ребят. Так, надо нажать F3, 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 F3. Все, агр мы забираем и стоим чилим. Так, если откисаем, я нажимаю у себя инстинкты выживания и все. Так, там ребята загрели. Килушка отъедет, но, наверное, маленького уровня, да? А, он отъехал, да. Но я, кстати, без хила здесь выживу. Смотрите, я без хила здесь выживу. Сейчас я его еще резну. Ну, я планирую выкачиваться по данжикам, бегать по данжикам. И я не пожалел 200 рублей и купил себе 10 фласок. Это получается плюс по 50% к опыту на 1 час. То есть данжики за танка ищутся очень быстро. Так, манки ему сейчас зальем. Друля еще классно, гляньте, кидаешь. Озарение. Все. Кайфуешь. Вот, ну типа, из-за танка кач очень быстрый, потому что рега ищется очень быстро, поэтому не знаю, типа, за сколько времени мы возьмем-то уровень. Постараюсь, точнее, 55-й, постараюсь как можно быстрее. Так, ну что, плюс левелочек, 36 тысяч опыта, сюда. Твою-то, Люсю, ну и говори, я тут не знаю, идти тут нужно, ребятки, куда. Вы, Юрчик, ты меня веди, потому что с вот этого данжа я сгорел и ливнул. Вот эти мобы, капец, они наваливают, парни. Но их тут, насколько я знаю, нужно кайтить. Вот, Юрчик отъехал, брат, типа от них нужно отходить здесь. Я тут не знаю, что, потому что вот они вешают дотки, и капец как больно. Вот две дотки. Получаемый от заклинаний и эффектов сил природа увеличен на 200%. What? Я много агрить не буду. Хана мне, хана мне! Помогите, помогите! Помогите! Они вешают яды, и это капец как больно. Но я тут выжил вроде бы как. Хилушка, дойди ж ты вот сюда, родной ты мой. Ой, хил, конечно, не шаришь, что нужно делать. Опять перезапуск. Серьезно? Через 40 минут опять рестарт? Сильно. Сильно. Но типа, если ребут, это хорошо, ребят. Через 40 минут еще будет ребут. Плюс еще опыт. Да мы сейчас вообще 50 на изи возьмем. Не, ну кач сумасшедший, ребят. На стрим врывались какого уровня? 46-го. Идет полтора часа стримчиком, и уже сейчас будем 50-е. Как вам такое? Ну сильно, ну сильно. Оба на левел 50-й сюда! А что через 5 минут? Будет ребут, брат. Будет опять ребут у нас. Пипец, как ты левел так поднимаешь? Ну вот, ребят, за полтора часа мы подняли с вами 4 уровня. Ну, я думаю, это неплохо. Я думаю, это очень хорошо. Гляньте, ёпар, я даже не успеваю таланты вкачивать. Как же левела идут? Что? Это жесть, парни. Это просто жесть. Я буду много агрить. Типа, вот так по одному мобу агрить, это в принципе, не серьезно. А так вот идем аккуратненько. Смотрите, оба-на. Агр забрал. Размахом разжмыхнул. Вон еще мобы идут. Хорошо. Вот так вот нажал. Только у меня сейва нету. Но сейчас будет. Сейчас будет. Все, живем. Хорошо. Мишка, разберись. В тебя под жопу бьют, развернись! Не, я, видимо, заборщил, ребят. Потому что чё-то, блин, у ребят нет урона вообще. Друлечка, живи. Вот, вот он, Друля. Друля, живи! Я тебе озарение дал, живи, хилься. Да твою-то, Люсю, дружище, как ты отъехал? Соло решаем все вопросы, ребят. Кайтить, кайтить, кайтить и бить, кайтить и бить, кайтить и бить. Что происходит? Как я живу? А, меня приз хилит. Ну, блядь, просто 90 тысяч урона взял и наковырял как-то. Чего, блядь, что происходит вообще? Это жестяк какой-то. Просто посмотрите на этого друида. Оба на плюсовый лочек, 53-й. Осталось каких-то 2 уровня, ребят, взять. Каких-то 2 уровня. И цель за стрим будет выполнена. Не, мы, получается, еще один успеем с вами данжик, ребятки, закрыть. Или не успеваем. Что у нас тут?
Сейчас только этот данжик будет регаться. Только этот. Так что сейчас еще один данжик. Ребят, мутим розыгрыш и на сегодня отдыхаем. Но моя была задача на сегодняшний стрим — это как можно больше получить уровней. Так, ну что, всем спасибо, ребятки, за стрим. Сегодня с вами качнулись неплохо, но сегодня был у нас чисто стрим для того, чтобы как можно больше взять уровней. Потому что у нас цель — получить 80-й и уже на ферале разрывать со всей силы. Кто еще не подписался на телегу, скидываю ссылочку. Влетайте, буду всех рад там видеть. Все, ребят, всех обнял. Увидимся с вами уже завтра. Немножко магии. Пытыч, пока.